Во взрослую жизнь сегодня проводили и воспитанников кадетского корпуса. Церемония прощания со знаменем также прошла на открытом воздухе с соблюдением всех традиций и ритуалов кадетского братства. Мирное равнение на право. У кадетов выпускной праздник в рамках карантина. Гостей немного. Термометрия, масочный режим. Все строго по-военному. Торжественное построение, прощание со знаменем и аттестаты из рук министра внутренних дел. Сегодня их получили 23 воспитанника кадетского корпуса. Все будущие сотрудники правоохранительных органов. Кадеты мечтают об офицерских звездах. Даниил Антюхов рассказывает, что милиционером хотел стать с детства. Я поступил сюда в 7 классе. Вот, проучился 5 лет, закончил 11 класс и дальше иду в Тираспольский юридический институт. Хочу, потому что хочу стать милиционером. Эмоции радости и печали, скорее всего, потому что буду скучать. Я уже привык за 5 лет к республиканскому кадетскому корпусу. Я, скорее всего, по своим одноклассникам. Я с ними провожу больше, чем с родителями в течение 5 лет. Я с ними всегда и буду по ним скучать. Выносливость, собранность, чувство локтя. Всем этим качествам ребята научились здесь. Будни кадетов, как у настоящих солдат. Устав, режим, тренировки, строевая подготовка, между которыми школьные занятия. Уже около 20 лет республиканская кадетская школа-интернат готовит будущих защитников правопорядка. Служу в Приднестровской Молдавской Республике. Те спортивные мероприятия, в которых участвуют наши кадеты, показывают очень хорошие результаты, дают основания полагать, что у нас все связано с спортом, далеко не так. Мы разносторонне готовим наших ребят и даем им путевку в жизнь. А что выберут они для себя? Пойти служить в армию, пойти в гражданский вуз учиться, либо пойти учиться в Тираспольский юридический институт. Выбор за ними, это их право. Мы даем базу, мы открываем двери. А как воспользоваться этой возможностью, каждый решает. Вчерашние мальчишки уже завтра будущие офицеры. Звучит команда, и кадеты, чеканя шаг, вступают во взрослую жизнь. А вверх летят счастливые монеты на удачу и везение. Наталья Сучкова, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.